Вопросы реализации конституционной реформы, а также механизмы дальнейшего законодательного оформления работы Международного финансового центра «Астана» обсудили в ходе заседания экспертной группы в Казахстанском институте стратегических исследований. По словам управляющего директора МФЦА, с внесением корректив и дополнений в главный закон страны, а меняться стала и система стратегического планирования в экономике. В этой большой достаточно конкурентной среде мы идем на, опять же, достаточно беспрецедентные меры для того, чтобы привлечь потенциальных участников. Первое. Компании-участники на территории ФЦА будут иметь 50 лет безналогового режима. Это очень высокий, на самом деле, срок, очень большой срок, но мы пока вынуждены на него идем для того, чтобы начинать привлекать.